Договорились с первый период поединка завершился 4-2 в пользу борца в красном трико, представителя команды Кореи Хо Йон-Ву Ли. Борец с синим трико, представитель команды Марокко, Анас Ламкаппер. Ему 31 год. Серебряный призер чемпионата Африки. Победу одержал Андрей Бестаев. Россия. Приглашаются Виталий Песняк, Беларусь. Шота Кортиев. Россия. На ковре все победу одержал Хо Йон-Ву Ли, Корея. Приглашается Давид Зубаев, Мариус Куджа, Молдова. On the mat scene wins Хо Йон-Ву Ли, Korea. And we invite on the main scene David Zugaev, Russia, Mario Suja, Moldova. Thank you.
декабре был в Красноярске Алинур Такиров. Команда Кыргызстана, город Бишкек. 12 лет в борьбе, мастер спорта, спортивный клуб имени братьев Изабековых. Тренер Курлан Такиров. Алинур Такиров, призер первенства Азии среди спортсменов до 23 лет. Цыген Цыенов борется в синем трико. Команда России Бурятия. Студент сельскохозяйственной академии. Кандидат мастера спорта, тренеры Будажаков, Большенимаев. На ковре А 1/8 финала весовой категории до 125 килограммов. Счет баллов после первого периода 2-0 в пользу борца в красном трико. Виталия Песняк. Представляет команду Республики Беларусь. Тренируется в Центре олимпийской подготовки Республики Беларусь. Мастер спорта международного класса. Борьбой занимается 9 лет. Победитель первенства Европы. На ковре Б с явным преимуществом победил Алинур Такиров.